Борис Титов сегодня провел встречу с местными бизнесменами. В зале собралось более 100 человек. Это самые активные коммерсанты города, лидеры общественных объединений бизнеса. Они озвучили уполномоченному при президенте главные проблемы, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса на побережье в условиях падающего спроса. В частности, доступность кредитов для предпринимателей, большое количество проверок и увеличение документооборота и отчетности. Конечно, нужно улучшать прежде всего услуги, да, и качество услуг, выводить на конкурентный уровень цены. Цены пока высокие, но это во многом связано, что очень высокие издержки. А это в очень сильной степени зависит от государства, потому что это и тарифы на энергоносители, это и кадастровая стоимость земли и объектов недвижимости. Это постоянные проверки, которые тоже бизнесу приходится оплачивать практически. Вот если это все снять, то Сочи будет курортом, конкурентоспособным на мировом уровне. После встречи бизнес-омбудсмен прошелся по центральным улицам города до набережной курорта и на месте пообщался с предпринимателями, владельцами кафе, магазинов и ресторанов. Подобные встречи с бизнесменами Борис Титов проводит по всей стране.